Парковать свой автомобиль на остановках общественного транспорта нельзя. За это можно и штраф получить. В этом на собственном опыте убедились автовладельцы Твери. В четверг в областной столице прошел рейд сотрудников ГИБДД, которые проверяли, насколько хорошо знают правила парковки тверские водители, а сколько нарушителей выявили, расскажет Наталья Чекит. Остановка общественного транспорта – завод «Центросвар». Водители припаркованных автомобилей еще не знают, что их машины в скором времени может забрать эвакуатор. Причина – нарушение правил дорожного движения. Стоянка для автолюбителей, согласно ПДД, разрешена в 15 метрах до и после знака автобусной остановки. Осуществили стоянку-остановку менее 15 метров от знака. Вместе остановки маршрутных транспортных средств. Куда отправить эти машины? На штрафстоянку. Брошенный автомобиль на остановке общественного транспорта мешает автобусам подъехать. По правилам высадить и посадить пассажиров. Оправдания у шоферов одинаковые. Зашел в магазин на 2 минуты, опаздывал на работу. Кто-то иногда заявляет, что и вовсе никаких правил не нарушал. Однако эвакуировать брошенные на остановке автомобили удалось не все. Из 3 нарушителей 2 в спешке успели отогнать свои машины. Но просто убрать машину все равно не получится. Если сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушение правил, инспекторы составляют протоколы. Водителям предстоит оплатить штраф. А вот другому владельцу автомобиля повезло меньше. Теперь свою машину он найдет на штрафстоянке. Это уже другая остановка, но ситуация мало чем отличается от предыдущей. Снова водитель припарковался в неположенном месте, чем нарушил правила. Ему также выписали штраф. Что вы, подростки? Или просто остановились? На 30 секунд остановился. Вот, и мы приехали, да? Самые проблемные точки города – это центр и конечные остановки автобусов, где автомобилисты оставляют свои машины. Но это не значит, что остальные районы остаются без внимания инспекторов. Ведь содействие сотрудникам ведомства нередко оказывают сами водители автобусов и жители города. В управлении ГИБДД рассказывают, что в отдел поступает большое количество жалоб на подобные нарушения. Безусловно, самой эффективной мерой предотвращения несанкционированной парковки – это эвакуация автомобилей нарушителей на штрафстоянку. В случае эвакуации транспортного средства водителю необходимо позвонить либо в территориальный отдел полиции, либо по телефону 580400. Это дежурная часть ГИБДД. Уточнить информацию на предмет эвакуации своего транспортного средства. Подобные рейды планируется проводить каждую неделю. И сотрудники ГИБДД надеются, что со временем смогут воспитать в тверских автолюбителях высокую социальную ответственность.